По данным властей, село Знаменка на сегодня остается единственным местом коммунальной нестабильности. 8 января на трубопроводе случился порыв, однако где именно, неизвестно до сих пор. От замерзания село спасает лишь один исправный котел. Вы слышали такого Конфуция мудреца? Кто не заглядывает далеко вперед, того ждут близкие беды. Ну, Рамзанович, тоже на нас тут, я согласен, да, насчет контроля, но маленько здесь, мы упустили этот момент. Потому что полномочия это главы поселения, и нам тоже вовремя не сообщил, что у нас котел-то получается один. Я знаю, я поэтому вас и спросил, как вы пытаетесь кого-то наказать? Всего же за 10 дней 2016 года отличились сразу несколько районов. Отключение воды случилось в Абазе, в Соленоозерном и селе Пуланколь. Вышли из строя глубинные насосы. В Черногорске сломался котел. Все аварии были устранены в течение суток. Очевидно, все из-за того, что ветхое оборудование не выдержало новогодних морозов. По данным гидромета, эта зима пройдет в холодном тренде. Начиная с воскресенья температура начнет понижаться. Столбик термометра в отдельных пониженных участках республики понизится до 33-38 градусов мороза. Дневная температура будет находиться в пределах 22-27 градусов мороза. Впрочем, хватает проблем и без аварий. Например, на котельных Шира, Усть-Абакана и Баграда наблюдается дефицит угля. Владимир Крафт указал главам районов на то, что дальше ситуацию нельзя обострять. В противном случае последует наказание. В целом же замглавы Хакасии оценивает довольно позитивно прохождение зимнего периода. Достаточно выгодно мы отличались от предыдущих лет. Вот то количество инцидентов, которое произошло, оно было меньше, чем прошлые годы. И они не вызывали таких проблем с точки зрения нарушений жизнедеятельности населения. Мы очень оперативно реагировали, и, на мой взгляд, достаточно грамотно. Вот муниципальный уровень сработал. Так или иначе, но впереди еще 2 месяца зимы и самые суровые морозы, так что подводить итог еще рано. Но уже сейчас власти начинают готовиться к прохождению паводкового периода. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Ну так вы подаете ее, просьба, разберитесь. У меня вопросы возник по московскому.